В течение двух дней, 5 и 6 января, на сцене Народного театра прошел традиционный рок-марафон «Новогодний калейдоскоп», в котором приняли участие музыкальные группы из творческих объединений «Спектр» и «Космос». Рок-марафон – это своеобразная рок-практика, когда молодые зеленые коллективы при поддержке более опытных составов делают первые шаги, учатся чувствовать и уважать сцену, не бояться зрителя. И в этот год все было как обычно. Выступали вперемешку и коллективы, уже нашедшие свой стиль, свою музыку, и начинающие музыканты, которые старались ни в чем не уступать старшим товарищам. Причем зажигали не только мальчишки, но и девчонки. Рок-клуб появился в нашем городе на базе Дворца культуры текстильщиков в далеком 2003 году. Возглавил его Лев Ульев. За 16 лет в рок-клубе установились свои порядки, свои традиции, в том числе выступать всегда живьем, участвовать в культурной жизни города, а также свои методы воспитания. Это когда старшие поколения делятся также и жизненным опытом. Рок-клуб для многих – еще одна семья. Не так давно внутри «Спектра» родилось еще одно творческое объединение «Космос». Возглавляет его явный лидер молодежи и группы «ВБЭТ» Александр Макаров. Внутри «Космоса», собственно, как и в самом «Космосе», несмотря на явное притяжение к центру, рождаются яркие личности. За годы жизни клуба через него прошла не одна добрая сотня человек, создателей многочисленных проектов, групп. Было время, когда в состав клуба входило одновременно 18 команд. Работают коллективы в разных музыкальных стилях. В настоящее время общее руководство лежит на плечах все того же Льва Ульева, техническим руководителем рок-клуба. Это обучение владению инструментами, аппаратурой, аранжировкой и тому подобное является Олег Ешкутов, лидер группы «Твоя тень». Кстати, группа в прошлом году на хите поколений стала победителем. Общее время концерта, который шел в течение двух дней, 6 часов. Каждый коллектив показал по несколько музыкальных произведений. Насколько удачны эти выступления, разговор особый. Но на то она и рок-практика.